Седьмая капля росы. Выполним массаж легким разминанием суставами пальцев, собранными в кулак. Разомнем лицо сверху вниз легкими движениями, так же, как в первой капле росы. Восьмая капля росы. Этот прием будет необычным. Мы выполним его мысленно. Представим в ладонях тонкие золотые нити, подобные волосинкам, и мысленно проложим их под кожей. Начнем с подбородка. Здесь проложим одну ниточку, затем две ниточки на лбу, по три нити по щекам, под подбородком, и закончим шеей. Завершающее движение. Это движение выполним обязательно, чтобы энергия равномерно распределилась по телу, чтобы не перегрузить голову, не сделать ее тяжелой. Поэтому обязательно промоем, помассируем ноги энергией белого цвета по очереди, от основания к пальцам. Сначала промоем внутренние и боковые поверхности, затем передние и задние.